Таганай, Зюрат, Куль и Нургуш – это самые популярные горные вершины Южного Урала. А какие знают челябинцы, давайте выясним. Зюрат, Куль, Таганай, Александровская сопка. Гора Поперечная. Таганай. Сугамак. Это возле Кыштыма. Большой Чулым. Большой Гимантай. Откликной гребень. Где пещера Сугамак, там, я не знаю, гора тоже вроде Сугамак называется. Ну, Шлемогорский, там, Шихан, еще что-то. Высшей точкой Южного Урала считается гора Большой Ямантау. Ее высота 1640 метров. Находится она в районе Южноуральского заповедника. Это одно из самых популярных мест для туристов. Хорошего дня!